Молодец! Молодец! Спасибо! Пойдем к микрофону, скажешь пару слов ялтинцам. Пойдем, родной, пойдем. Держись. Да, молодцы. Молодцы, красиво. Дорогие друзья, я с удовольствием хочу пригласить к микрофону заместителя Ялтинского городского головы Переверзеву Елену Михайловну. Это Кличко. За кого? Дорогие друзья, разрешите мне по поручению секретаря Ялтинского городского совета Сергея Федоровича Илаш приветствовать организаторов и участников социальной акции «В здоровом теле здоровый дух». Мы сегодня с вами стали свидетелями поистине очень интересного и фантастического события. И мне очень приятно отметить, что сегодня на этой площади у нас присутствуют молодежные организации из города Судак. У нас здесь присутствуют ялтинские спортсмены, молодые спортсмены. И я уверена в том, что сегодняшняя акция станет началом дружбы между молодежью наших городов, города Ялты и города Судак. Замечательное мероприятие, будут еще новые акции, новые предложения, поэтому до новых встреч. Уважаемые друзья, мы с вами стали свидетелями захватывающего зрелища. Ближайших планов крымского силача – подготовка мирового рекорда. Вполне возможно, что он также будет установлен в Ялте. Совместно со своим титулованным спортсменом Эльбрусом Нагматуллиным, мастером спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу, четырехкратному победителю турнира «Самый сильный человек России», автором ряда рекордов, занесенных в книгу рекордов Гиннесса, Джамшид намерен протянуть по морю баржу или теплоход. Ну а сейчас, Джамшид, вам слово. Давай, родной. Огромное спасибо жителям и гостям этого прекрасного города. Город Судак вам передает теплый привет. Я вам скажу простую такую вещь, это формула жизни. Занимайтесь спортом, не курите, не пейте, слушайте родителей. И более того, будет все хорошо, и в жизни как бы будет все складываться. Спорт – это все очень сильная вещь, которая открывает очень много просторов. Хочу поблагодарить своих друзей, молодые регионы Илья Прокофьев, свою супругу София, своего наставника Эльбруса Нигматуллина, своего тренера Мурсина Александра Геннадьевича за то, что они мне помогли. Я надеюсь, на этом не останавливаются рекорды. Спорт – это дело сильных. Занимайтесь спортом. Приезжайте к нам в город Судак, поверьте, у нас так же красиво, как и у вас. И теплоход совсем скоро, вот через месяц сядем теплоход. Так что приезжайте к нам в гости, Судак передает вам привет. Спасибо за внимание. Мы желаем вам новых рекордов. Ну что ж, друзья, до новых встреч. Желаем всем крепкого здоровья, успехов и новых достижений. Ура! Ну, ялтинцы, ваше мнение? Отлично. Очень хорошо. Отлично. Очень хорошо. Отлично. Ну, у нас, по крайней мере, такого никогда еще не было. Ну, начинайте ялтинские рекорды устанавливать, ребята. Троллейбусы никто не катался. Да. Вам спасибо, что пришли посмотреть на этот рекорд. Крымский репортаж. Ура! Славный город Ялта. Спасибо вам, ребята.